Мы находимся в штабе проведения антитеррористической операции. По легенде, террористы захватили заложников в здании Дома Советов и выдвигают политические требования. Для их ликвидации сюда уже была вызвана группа подразделений специального назначения. Они прибудут с минуты на минуту. В течение получаса территория Дома Советов была оцеплена и часть дороги перекрыта. Осуществлять полноценное блокирование территории, однако, силовики не стали, чтобы не препятствовать работе органов власти в предвыборный период. Центр района – очень сложная организация, сложный подход для обучения личного состава, очень удобно. Сложности в организации дорожного движения. То есть мы пошли по пути самый сложный объект в центре города, потому что очень сложно на нем работать, и навыки нужно закреплять на практике. Оперативный штаб был развернут в считанные минуты за Ленинским мемориалом. Так, чтобы бойцы, спасатели и врачи имели возможность быстро и с разных направлений попасть к захваченному объекту. Бойцы подразделений специального назначения находятся буквально у каждого куста. В данный момент они готовятся к штурму здания Дома Совета, в котором засели террористы, захватившие заложников. План операции был разработан сходу. Штурмовать Дом Советов будет СОБР, оцепление с флангов и внешнюю огневую поддержку осуществлять ОМОН. Ключевым элементом учений стала отработка совместных действий МЧС, ФСБ, полиции и медиков. Штурм проводился по нескольким направлениям. Бойцы спецназа обошли здание и бесшумно, насколько это возможно, проникли в лабиринты технических помещений Дома Советов. О присутствии в здании бойцов СОБРа не догадывались ни мирно работавшие буквально за стеной чиновники, ни предполагаемые террористы. Штурм. Благодаря слаженной работе силовиков применить оружие террорист не успел. Заложники остались живы. Теперь оперативному штабу предстоит кропотливая работа по подведению итогов операции. Но уже сейчас можно сказать, задачу по координации с ветвями гражданской власти, так и с друг другом, силовики выполнили успешно. Андрей Творогов, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.